Твоя храбрость достойна уважения. Орда должна гордиться тобой. Помнишь наш недавний разговор? Мы говорили о вашем вожде, о его внутреннем конфликте и внешней политике. Тогда я спрашивал у тебя, в чем душа Орды. Я нашел ответ, глядя, как ты сражаешься на южных берегах Пандарии. Душа Орды — тебе. От твоих дальнейших действий зависит судьба твоего народа. Я хочу быть уверен, что твоя экипировка выдержит любые испытания. Тун, принеси мои вещи. Твоя преданность делу должна быть вознаграждена. Здесь, в Пандарии, я, как и ты, продолжаю оттачивать свои умения. Надеюсь, результат тебе понравится. Выбери свою награду.